лапули мимимишки. Вы, как всегда, на канале маленького Зевса. Привет, лапы питомцев. Сегодня вы увидите историю о том, как о барбосины боги. В нашем доме появилось привидение. И дедушка, божий одуванчик. Гав! Подпишись на мой канал. Смотрим дальше. А начну я свой рассказ, пожалуй, с очень странного явления, которое буквально свалилось на мою голову. Проснувшись утром и выйдя на зеленую полянку, я обнаружил... белые мухи! Откуда вы навалились? И зачем вас столько? Холодные, хрустящие, странобаки! А между прочим, я кость вкуснейшую по лету тут зарыл. И для чего? Чтобы археологи податься или нос подморозить? И, кстати, давно не видел своего подземного чародея, друга Черевяку! Черевяка, дай пять. Черевяка! Ты нам кость мою не видишь? Ха, молчит! Замерз, наверное! Дела, мой сладкий. Сладкий сахар на печеньках. А у меня все отлично, как обычно. Ты куда? Схорониться мне нужно. А? Ты куда? От старшего челобаки прячусь. Как в школе? Не очень. Да почему? Ты что, совсем не стараешься? Я стараюсь, но не очень получается. Значит, твой папа снова меня отдаст. Ну, я могу тебя немножко обрадовать. То, что папа уехал в командировку. Ха, вот это новость. Но есть одно но. К нам подселился дедушка. Дедушка? Это тот еще божий одуванчик. Дедушка? Порох в его пороховницах никогда не кончится. Какой дедушка? Дани, там кто-то идет! Дань, с кем ты там разговариваешь? Ни с кем. Ну я же вижу. Понимаешь, у нас в доме завелся домовой, и только я его вижу. Что за ерунда? Я серьезно. Надо что-то придумать! Надо срочно что-то придумать! Что такое? Ну что ж там за звуки такие? Что это? Домовой! Я же говорил! Теперь и ты его видишь! Что за ерунда? Да я серьезно! Дружок, не бойся! Подпишись! Подписался? Подпишись! Продолжаем! Когда великий Ньюфаундленд принялся готовить целый корм, я решил зря время не терять и сделать что-нибудь полезное. Помнится мне, старший щелобака попросил Даника постричь газон. Приступаем! Да что там происходит? Кто включил? Опять домовой разбушевался. Не так, надо подумать. О, какая куча полотенец. Сейчас наведем порядок. Все будет по фэншую. Раз. Два. Три. И порядок. Да что ж там за звуки такие? Да кто это сделал? Я выстирал все, повесил, чтобы высыхало. Это что тут происходит?
что ищешь? Звоню в службу охотников за привидениями. У нас тут ужас, что творится. Зевс. Таня, я молодец. Значит, это ты все делал? Ну, конечно. Я просто хотел быть героем. Лучше не надо. В следующий раз мы что-нибудь придумаем. Итак, мои хорошие, что я вам скажу? Если вы хотите помочь своим родителям, лучше об этом спросить у них. Иначе услуга ваша может оказаться медвежьей. И любая работа делается быстрее, когда делаешь ее вместе, дружной семьей. И чтобы не пропустить мой следующий рассказ о том, как пропала младшая сестра моего лучшего друга Паки, подпишись на мой канал, поставь лайк и колокольчик. Всем гав!